Здравствуйте! Сегодня я вас научу готовить натуральную подкормку от вершинной гнили. А вершинная гниль – это такое образование, которое появляется вследствие того, что томатам не хватает катастрофически кальция. И появляется вот такая вот гниль. Чаще всего она находится на попке томатов и выглядит вот так. Если вы довольно давно используете почвы и они у вас истощены, то наверняка у вас нехватка кальция. Многие рекомендуют использовать кальциевую селитру, но я рекомендую использовать натуральные подкормки, например, такие как яичная скорлупа, кормовой мел или другие любые подкормки, которые помогают насытить почву кальцием. Но такие подкормки надо не просто вносить в землю, а их надо делать такими, чтобы они стали легко усвояемыми. То есть легко усваивались с водой, растворялись в воде. Не все знают, но яичная скорлупа содержит в себе не только кальций, но также и калий, фосфор, магний и другие элементы, которые помогают томатам увеличивать в росте и быть намного здоровыми и вкуснее. Для того, чтобы сделать подкормку, чтобы она хорошо растворялась в воде, надо яичную скорлупу погасить уксусной кислотой. У меня тут 70% уксусная кислота, я ее разбавляю водой. Но я вам рекомендую купить все-таки 9% уксус и 1 стакан яичной скорлупы добавить 1 стакан уксуса 9%. После того, как вы это сделаете, у вас яичная скорлупа вступит в реакцию и начнет образовываться ацетат кальция. То есть у нас был карбонат кальция, который не растворяется в воде, и мы получили ацетат кальция, который легко растворяется в воде, и тем самым корни томата будут легко впитывать этот кальций. Эту подкормку я вношу очень много лет, никогда не использую кальциевую селитру, и она 100% рабочая. То есть она помогает от вершинной гнили. Потом этот раствор вносим в 10-литровое ведро, все разбавляем, можете потрогать рукой, что не обжигает, запаха сильного уксуса нет, что корни у вас точно не сгорят. И поливаете под томаты. Обычно один ковшик на один куст. У меня тут вода растекается, поэтому как получается. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Всегда с вами Елена. И обязательно подкормите ваши томаты, чтобы не было вершинной гнили.